Космолот, гартуймо перемогу! Що говорити по фронту, пане Романе, у нас є підтвердження фотознімок того, як ми вдарили по базуванню ворога в Новій Каховці. І диміло знатно, видно, що влучили реально в якийсь склад боєприпасів. От саме зараз, ми з вами про це регулярно говоримо, як ви вважаєте, чи готовий лівий берег після підриву 6 червня Каховської дамби бути новим плацдаром для розгортання повномасштабних військових дій? Вже где-то місяць-полтора почва лівого берега, в принципі, без проблем приймет большое количество техніки тяжелой. То есть вода сошла, все выровнялось, наоборот, даже упал уровень Днепра, то есть по большому счету готовность есть уже в течение более чем месяца. Но, скорее всего, форсирование Днепра, оно будет завязано на прорывы наших войск на Запорожском или Донецком фронтах, так как оптимально растягивать войска противника по фронту, чем шире, тем лучше. Вот у нас сейчас фронт растянут от Кинбургской косы и до Купинска. Это примерно 1200 километров. То есть чем дальше мы их растянем по фронту, тем тоньше будет вдоль линии фронта плотность войск противника, меньше. Ну, естественно, как только где-то будет на нашей разведкой вычислено место, где может фронт быстро прорваться, туда и пойдут наши силы на прорыв. Потому что в любой точке фронта, в принципе, можно выполнять боевую задачу. Опять же, начиная с Кинбургской косы форсировать и дальше двигаться в сторону Армянска. И заканчивая тем же Купинском, даже можно двигаться на те же Валуки. Все будет зависеть как раз от действий противника, от их готовности удерживать наши войска. Времени у нас где-то еще месяц-полтора. Есть окно возможностей для выполнения такого рода задач. У нас осталось больше половины стратегических резервов, которые готовы выполнить прорыв и выполнить стратегическую задачу этого года. Потому надо набраться терпения гражданскому обществу и подождать действий нашого генштаба, действий вооруженных сил України. Пане Романе, також інформація от Болгарії. Зараз навчання до кінця вересня росіяни проводять в Чорному морі, і вони частково закрили економічну частину Чорного моря для Болгарії. І Болгарія, от в особі їхнього прем'єр-міністра, зараз говорить Тодора Тагараєва, проводять консультації з НАТО, як на цю провокацію реагувати. Ми бачимо, що Росія збільшує обороти провокацій. Це регулярні падіння частинок шахедів на території Румунії, тепер от блокада економічної частини Чорного моря Болгарії. До чого це все може призвести, як ви гадаєте? Це росіяни ескалірують ситуацію для того, щоб їх вернули в зернову сделку. Вони зараз просяться, щоб вернутися, але вернутися ж треба так, щоб можна було щось і для себе поїміти з цього возвращення. Тобто підключення к СВІФТу, связывание рук нашим вооруженным силам, военно-морскому флоту, спецслужбам, для того, чтобы они не топили, не уничтожали российские корабли и не работали по портам черноморским, российским. Это большой бич для россиян, они это прекрасно понимают. Сейчас будут опять включать максимальные механизмы для того, чтобы вернуться в эту сделку, но опять же подключение к СВИФТу и работа по Черному морю, а это нам однозначно не выгодно. И вот они сейчас разными путями пытаются надавить на Евросоюз, на страны НАТО, включая ту же Болгарию, то есть расширяют зоны проведения учений, естественно, давят на экономическое пространство стран НАТО. Ну а в Болгарии там такая неоднозначная ситуация по правительству и президенту. Правительство еще более-менее проевропейское, а с президентами, как всегда, Марокко. Они, президенты в этих странах, иногда такие пророссийские, вот от Болгарии до той же чуть ли не Германии. То есть некоторые моменты людей, которые выбираются вот точечно те же президенты. Это не какая-то фигура компромиссная. То есть они могут точечно выбираться. Скорее всего, россияне успевают, мягко скажем, заангажировать
Вот так. И вот такие дуальные иногда проблемы в каждой стране, они создают проблемы для всей страны. То есть пример про европейский, а президент про российский. Ну и так далее, где-то с десяток стран европейских, особенно бывшего соцлагеря, это вот такая беда есть. Еще, по крайней мере, не изжито.